такая лопатка – одна из важнейших деталей в работе авиационных двигателей. Безопасность полета напрямую зависит от ее качества. Работают с ними полировщики, специалисты уникальные в своем роде. Александр Семушин 4-й год работает на Пермском моторном заводе. Оценить свой профессиональный уровень решил на конкурсе профмастерства. Конкурс заключается в том, чтобы сколько времени сделать лопатку и чтобы она была по геометрии вся как годная лопатка. Лопатки такие, они идут самолетные. Так, все равно ответственность большая, потому что люди летают. Надо показывать себя, как-то продвигать. А так, сидеть на одном и том же месте, допустим, вот на разборке, и не знать, как это дело собирается, я думаю, это стыдно. В этом году конкурс проходит в 5-й раз. Количество участников увеличилось более чем в 2 раза. 200 рабочих и специалистов в 14 номинациях. В мастерстве соревновались операторы станков с программным управлением, контролеры, мастера, наставники и другие. Участие в конкурсе дает возможность молодым специалистам не только проверить свои знания. Лучших поощряют материально. Очень много у нас звездочек, которые после конкурса профмастерства вот загорелись. Мы на них обратили внимание. И сейчас они очень хорошо себя реализуют в различных программах. Ребят вольно-невольно, да, то есть там, встречаясь в неформальной обстановке, формируют свои какие-то другие связи, то есть вне производства. В сумме все это дает результат именно для производства, для выпуска товарной продукции, то есть в тех объемах, которые нам запланированы. Одно из главных направлений кадровой политики предприятия – постоянное развитие персонала. И это должно стать основой для реализации амбициозных планов. К 2027 году завод должен выйти на уровень производства до 270 двигателей в год. Наталья Попова, Олег Мясников, телекомпания «Ветта».